Свыше 500 человек собрались на форум «Религиозная свобода», место проведения которого несколько раз менялось из-за растущего числа желающих принять участие. Форум был организован несколькими организациями, среди которых «Союз защиты свободы», «Бруклинская епархия», «Рыцари Колумба», «Фонд Бескет» и «Священники за жизнь». Он прошел в Университете Святого Иоанна в Квинсе. Среди основных спикеров форума был президент «Союза защиты свободы» Алан Сирс, который сказал аудитории о том, как оценивают организации атаки на брак и семью, которые сейчас происходят в обществе.